Всем привет, с вами Кирилл Максимов. Сегодня мы будем снимать FIFA. Это называется игра FIFA. Он у меня общий 80-й. Сейчас покажу свой комплект игроков. Вот 79-й вратарь, 82-й, 86-й. О, надо повысить. Не получилось. К сожалению. Три. Ладно. Что-то такое. Ну, короче, вы посмотрели о этом. Сейчас мы пойдем в матч. Так, а это что у нас? Бесплатно. Заберем подарочек. Я здесь немного прокачался. Так. Против Украины здесь можно. Но не буду. Здесь я не могу. А что я могу вообще? Основа. Хотя бы это могу играть. Я загружаюсь. Кот играется там у меня. Так, все, 100% загрузилось. О. Лагает немного, но блин. Во. А чё? Я ж прямо бью. Понятно, это нереально. Опч. Фу. Набил хотя бы 200. Ну, дали. А, не, надо было нажать финал. Ладно, потом опять играть. Матч у нас ночной сейчас, видимо. Ночью. Но он освещен. Матч. Так, далее. Кстати, я не понимаю логику, когда на одном и том же делается другая карта. Все, я выиграл. Это легко. Ну, если не считать прошлое. Только это возможно за 3 попытки. А, понял. Жетоны. Нужны мне. О, там будет подарок скоро. Я люблю подарки. А вы напишите в комментариях. Вы любите подарки? Сколько? А, все. Немного не так сделал. Гол. Это было изи. Точно. Изи катка. Если вы набираете 5 лайков, то я выпускаю следующую серию. Главное не сбиться с графика. После Майнкрафта второго раза будет пластилин. Если что.
Это спойлер. Следующее видео связано с кораблями. Так. Свяжу. Давно не снимал про эту тему. Попал! Е! Меня немного подлагивает почему-то. Осталось это, и потом я смогу взять подарок. Подключение, загрузка ресурсов игры. Какие ресурсы? Это же не Майнкрафт. И не оно. И напишите еще в комменты, какие мне еще снимать игры. Так, ой, это уже серьезный матч, мне кажется. Начало. Я развел. Когда пасуешься, разводишь. Никого не разводит, надеюсь, еще сразу попробую сдали. Мимо. Лагает. Не успеваю. Поменять персонажа я даже не успеваю. О, все, выбил. Он финтами меня обводит. Так. Мне надо найти хорошего игрока. Допустим, как Камара. Это плохой игрок. Думаю, это Камара. Нет, ну, я думаю, смогу. Даже с такими лагами я смогу забить. Не смог он отбить. Вот так. Но я бью угловой. Угловой я люблю. Угловой я люблю. Когда я его есть, что бью. Так-то я не люблю его. Я не люблю, когда, допустим, пенальти другие бьют. Я не люблю, когда кто-то из чужой команды бьет вообще. Это плохо, и мяч когда. Хорошо, что красные карты нет. Опять не забил, надо было ниже брать. У него жуткие лаги. Как вообще здесь можно выиграть? Осталось 6 секунд. Я не хочу дополнительное время и все такое. Они с таким не могут... Да как так? Еще осталось 4 секунды. Ну как, 4 минуты, если быть здесь. Потому что оно идет 1 час и 30 минут этот матч. Ну, иногда бывает, что 2 часа. Ну, бывают еще серые пенальти. Но это уже не все. Сменить. А что не... А! Остальное время вышло. Дополнительно. Он развел. Меня на мяч разбил. Разбил меня на мяч. Так. Вот, думаю, хотите спросить, чей это мяч? А вот не чей.
так, по-моему, отвечу. Да как так? Я же бью ровно. Он ваут завел. Все, я подойду. Он туда. Я хочу найти комара. Какой-то непонятный. Где комар? Да как так? Всем пока-пока, с вами был Кир Максимов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!